Всем привет, всем отличного настроения, всем доброе утро, добрый день, у кого что. Я вам обещала выйти в эфир с новогодними декорациями еще не один раз, и сегодня мы решили провести как раз эфир именно по декорациям. Прошлый эфир у нас был такой смешанный вместе с презентацией коллекции Riches. Этот раз мы решили выйти в эфир именно с декорациями. Я покажу вам новые декорации, я расскажу, какие декорации у нас с прошлого года остаются, и мы, конечно, поработаем, будем создавать с вами новогодние дизайны, потому что это сейчас уже, как ни странно, казалось бы, только лето началось, но это уже актуально, потому что у нас ноябрь месяц, на дворе сегодня уже 2 ноября, и, соответственно, не успеем оглянуться, ноябрь закончится быстро, и у нас прилетит наш родной, любимый всеми декабрь. Я думаю, что всеми любимым, особенно мастерами. И придется уже создавать, творить шедевры на ноготках клиентов. Поэтому готовиться начинаем заранее. Так, всем доброе утро, девочки. И мы поехали, не будем долго ждать. Я думаю, кому нужно присоединяться, кто хочет. Так, одеваю перчатку и начинаем. Выключаем фильтр. И начинаем. Декораций, как вы знаете, в этом году у нас вышло достаточно много. Декорации очень интересные, очень красивые. После прошлого эфира мне в директ прилетели сообщения о том, что не все декорации показала. Ну, вы понимаете, что физически это сложно сделать в рамках одного эфира. Поэтому, конечно, это все растягивается у нас всегда на несколько эфиров обязательно. Так. Что я для вас приготовила? Давайте сначала рассмотрим с вами декорации, которые у нас вышли. И дальше, естественно, я уже покажу, что мы сегодня с вами будем делать. Итак, декорации, смотрите, какое огромное количество. Это еще не все. Здесь по факту нет старых декораций с прошлого года. Это только кроме двух. Сейчас я их сразу уберу, я их вам отдельно презентую. Это все у нас декорация к Новому году, именно новые. Смотрите, что у нас вышло. Первые декорации, на которых хочу остановиться, потому что по ним как раз было больше всего вопросов. Они почему-то больше всего всех интересуют. Это у нас Nail Crust 5D. Вот такие великолепные, очень крутые объемные наклеечки, объемные слайдеры. Это номер 34 «Уютные выходные» и номер 35 «Сказочная пора». Это именно объемные 5D Nail Crust. Вот прям показываю. Покажу их вам потом поближе максимально. Очень классные. Смотрите, такие прям теплые, уютные. Новогодние. Всем здравствуйте, девочки. Кто присоединяется? Мальчики, не знаю, есть или нет, но тоже здравствуйте. У кого-то утро, у кого-то день, неважно, но я думаю, что настроение сразу у всех поднимется, потому что, как ни крути, все мы в душе дети, и как мастера мы можем этот праздник не совсем любить, потому что, конечно, перед Новым годом запись жуткая, и ажиотаж очень сильный, это, конечно, и плюс, если у вас запись очень плотная, потому что это, соответственно, заработок хороший, ну и, соответственно, где-то минус, потому что все мастера перед Новым годом как выжатый лимон. Хорошего всем настроения, вам тоже, благодарю вас. Так, это Nail Crust 5D, вот такие вот классные, притом, смотрите, есть и яркие на любителей, и есть более спокойные варианты, прям пастельные для тех, кто любит что-то такое, прям ненавязчивое. Дальше поехали. Прошлый раз я презентовала вам Nail Crust 5D глаз, это стекло, смотрите, это Nail Crust, это слайдеры вот с такими... тоже объемные, с такими как стразиками. Они очень круто смотрятся. Кто не видел наш прошлый эфир, зайдите, посмотрите, мы с ними в прошлый раз работали. Успеем, если поработаем еще раз.
очень крутые. И вот как раз украшение номер один и номер два — зимнее чудо. Это те же самые 5D глаз Nail Krust, но с прошлого года. Они тоже в этом году будут в наличии. Очень красивые, очень эффектные были варианты. Вот эти у меня среди клиентов зашли прям как нельзя лучше. Отличный вариант, можно очень классные идеи дизайнов делать. Даже несмотря на то, что они уже самостоятельные, что-то где-то добавили, паутинку, шармиконы, и у вас очень крутой уже новогодний дизайн. Вот эти, ну их в принципе, они достаточно самостоятельные декорации, их можно использовать просто отдельно, но можно использовать, конечно, и в дизайнах. Смотрите, уже у нас 6 вариантов, плюс 2, 5D Nail Krust. И плюс у нас с вами 4 вида шармиконов. Шармиконы очень крутые в этом году. Они, ну вот, просто бесподобные. Мне очень-очень нравятся. Я уже даже продумываю, что с ними хочу себе сделать. Хотя я не очень люблю новогодние дизайны на Новый год. Ну, у меня просто на них не хватает никогда времени. Но думаю, нужно что-то обязательно замутить. Интересное и необычное. Вот эти вообще супер. Смотрите, какие классные. Это у нас слова, но слова в стиле мандариновый муд. С Новым годом, крошка, танцуют все и так далее. Селедка под шубой, как же я. Очень классные варианты лого, именно новогодние. Дальше, снежинки я показала, тигры, это шармиконы. Смотрите, давайте сразу буду показывать, как они называются. Вопросов, потому что будет много. Это у нас 202, танцуют все. Прям скриншот делайте себе, кому нужно. Это у нас 201, тигр. Доброе утро из Праги. Доброе утро, Прага вам. Очень рада всех видеть, всех читать. Ну, будем считать, что слышать. Здравствуйте, девочки, всем здравствуйте. И вот такие украшения, смотрите, очень крутые отбивки, полосочки. Украшения — это 200 гирлянда. И эти украшения, слова классные, они самые, наверное, ходовые в новогодних дизайнах. 199 новогодняя ночь. Ходовые я имею в виду, что ими очень круто разбавлять дизайн. Понятно, что вот это все очень классно, очень красиво. Словами очень круто разбавлять дизайн. У меня они есть, просто шикарные. Да, согласна, Новый год в этом году нереально классный. Очень красивые, очень такие прям тематические. Супер. Какие дизайны я вам приготовила? Я обещала вам показать, какие дизайны можно с ними творить и вытворять. Какие дизайны я вам приготовила показать? Смотрите. Так, ну здесь кто-то у меня очень креативный перепутал. У нас фотографы, дизайнеры фотографировали и поперепутали местами все. Ладно, сейчас наведу порядок быстренько. Вот, люблю порядок. Смотрите, верхние — это вот те, за которые я вам говорила, 5D. Это у нас, которые сказочная пора, вот эти нежные. Вот они, дизайны верхние. Творить можно все, что угодно, с любыми оттенками. Очень нежно смотрятся и прям так уютненько. И нижние, смотрите, здесь прям такой Новый год, Новый год. Вот максимально... Максимально вот эта выраженная тематика, красный с зеленым, оттенок красный вот с синим, прям то, что нужно. Это у нас уютные выходные, вот нижний ряд. Дальше, смотрите, вот такие варианты, более такие современные. Ну, в принципе, те тоже, конечно, можно все адаптировать, можно их все интерпретировать на современный лад, но вот эти слова, я не могу, я от них просто в восторге.
Так, внизу это у нас, которые идут со звездами. Тоже классно очень смотрятся. Дальше. Вот они, наши тигры. Тигры, я думаю, что тигры понравятся всем обязательно. Вот они, эти бесподобные снежинки. Смотрите, как классно можно придумать всевозможные варианты. И вот они, ленточки, ну, ленты, назовем их так, цепочки, кто как. Тоже очень классно смотрится. Ну и глаз, 5D глаз на Элкрусе, я вам в прошлый раз показывала их в работе. Конечно, мы, если что, посмотрим еще раз, как с ними работать, как их использовать. Так, не тратим время и потихоньку начинаем. Ну, коллекцию преимущественно хочется использовать сюда, конечно, нашу последнюю новогоднюю. Сразу скажу, это не крайняя коллекция в этом году. У нас будут еще выходить коллекции обязательно и в этом году. Не буду опережать новости и рассказывать, но тем не менее у нас с вами будут еще впереди новиночки, потому что впереди у нас с вами еще 2 месяца работы. Так что, конечно, будем вас радовать обязательно еще. Вот она, наша новогодняя коллекция. Это коллекция Riches, коллекция гель-лаков Riches. Кстати, сейчас вышла очень классная коллекция и лаков в том числе. Вот она, коллекция Riches. Это именно гель-лаки. Также вышла коллекция лаков. Они тоже очень классные. К сожалению, с собой у меня ее нет, не взяла. Но думаю, что в сторис обязательно ее покажу. Часть я показывала вчера на своем аккаунте в эфире. Часть оттенков. И обязательно вам покажу все цвета поближе. Так, поехали. С чем будем работать? С чем будем работать? Давайте начнем с 5D Nail Crust. Вот с этих. Потому что именно почему-то запрос больше был на работу с ними. Я не буду открывать, я возьму те, которые у меня уже раскрытые, те, которые я уже использовала, и поработаю с ними. Так. Поехали. Ну, для этих декораций, конечно, классно использовать и белый цвет. Классно использовать и красный оттенок. То есть, в принципе, можно что угодно брать. Давайте мы с вами не работали еще вот этим оттенком. Давайте попробуем поработать с ним. Будем максимально стараться разнообразить наши дизайны. Это 329-й. Из коллекции Riches. Вот такой классный оттенок. Что мне в нем нравится? Блестки полупрозрачные, сам цвет полупрозрачный, и он подстраивается под тот оттенок, который у вас нанесен снизу. То есть если у вас камуфляж, он будет розоватый, если у вас прозрачное покрытие или молочный цвет, он приобретет соответственно более белесый оттенок. Поехали. Здесь нанесу на весь ноготок, но все-таки у нас Новый год с вами. Все должно быть красиво. Смотрите, какой красивый оттенок. Ну, блин, камера, конечно, не передает. В реалии он очень красиво горит. Очень. К сожалению, камера не передает всю красоту этого цвета. Но я думаю, что все, кто его уже приобрел, подтвердят, что цвет шикарный. Прям блестки-блестки.
Вот когда камера не фокусируется, видно, какие блесточки красивые. Так, и возьму сейчас вот эти декорации. Можно сюда же взять что-то из слов. Можно взять что-то вот отсюда. То есть сейчас буду фантазировать прямо вместе с вами в прямом эфире. Вот у меня есть декорации, и я буду их стараться максимально использовать. Так. Поехали. Все у нас подсохло. Смотрите, если хочется приклеить шармиконы, то сначала клеим обязательно шармиконы, потому что если вы нанесете слайдер топ, то уже его обезжирить будет невозможно, иначе сам 5D Nail Crust у вас потом не приклеится. Поэтому сначала шармиконы, потом уже слайдеры. Для шармиконов я возьму топ Теклас, тонко промажу. Могу промазать только там, где я буду клеить декорации. Мне не обязательно перекрывать весь ноготь, чтобы не создавать лишнюю толщину, а именно тот участок, который у меня пойдет для украшения. И выбираю, что я туда хочу приклеить. Выбираю и отсюда сразу, и смотрю отсюда, что меня интересует. Можно вот такие фрагменты взять, не обязательно клеить это целиком. Смотрите, можно же вырезать фрагменты и использовать только именно фрагмент, кусочек. Вы можете не клеить на весь ноготь всю ленту, а просто какой-то нужный вам элемент отрезали и с ним работаете. Давайте посмотрим как раз, как это сделать. Так, топ Теклас у меня подсох. И возьму какой-нибудь элемент. Смотрите, та же снежинка белая. Вот таким вот образом отрезаю тот участок, который мне нужен. И приклеиваю. Приклеиваю на ноготок. Ну, вот отрезала чуть больше, соответственно, я могу взять просто это и потом уже на ноготочке обрезать. Потому что, ну, сложно, конечно, рассчитать. Можно брать целую ленту, приклеили, как вам удобно, и потом уже обрезали вариант именно. Так, где я откладывала слова? Сюда же хочу что-то вот из вот таких шармиконов. Мне очень нравится то, что их можно примерить. Вот мой вариант мандариновая кома. За счет того, что у них прозрачная подложка, прозрачное основание, их можно примерить, прежде чем приклеить. То есть, если вы не знаете, с чем вы хотите в данный момент работать, то примерили, выбрали и поехали. Вот я примерила, мне понравился этот вариант, я его приклеила. После этого я беру слайдер ту и уже буду работать для того, чтобы приклеить мои 5D Nail Crust. Доброе утро, девочки, доброе утро. Да, это на ногти, это все на ногти.
перекрываю слайдер топ. Смотрите, помимо того, что я перекрываю под тот участок, где у меня будет nail crust, я могу перекрыть заодно очень тонко, но перекрыть и сами шармиконы, для того, чтобы они у меня уже были запаяны, зафиксировались и держались, носились идеально от коррекции до коррекции. Пинцет, девочки, посмотрите в интернете, это обычный Metzger пинцеты. Они когда-то продавались у нас в магазине в нашем, поэтому они у нас есть в наличии. Поищите, я думаю, что в интернете, на Озоне, на Wildberries обязательно где-нибудь они будут. На Алиэкспрессе есть всевозможные пинцеты. Вот эти мне нравятся, они классные, они тоненькие очень, но при этом, смотрите, их нельзя ронять. Потому что когда их роняешь, у них очень тонкие носики, и они максимально сразу портятся. Потом сложно с ними работать. Возможно, будет наподобие вариант, но более плотный носик. Поехали. Подсушили несколько секунд. Вырезаем элемент, который нам хочется. Ну, вот можно вариант с шишкой, но он нам закроет все. Можно вырезать кружку. Давайте кружку. Не будем повторяться. Смотрите, что мне еще в этом году нравится. Нейл-крусты, ну, все декорации, нейл-дрессы, нейл-крусты, они подписаны. То есть даже если где-то у вас потерялась упаковка, в принципе, смотрите, это все видно. Особенно удобно мне для эфиров, потому что зачастую упаковку снял, упаковка ушла, и ты без понятия, какой номер у данного варианта, у данного элемента. А здесь у меня все подписано. И ничего нигде не потеряется. Дальше. Мне нужна водичка. Водичка. Лучше, конечно, всего брать водичку тепленькую. Потому что теплая вода, горяченькая такая прям водичка, она очень хорошо растворяет пленку в плане nail crust, nail dress становится, знаете, такой более пластичный, более эластичный от горячей воды. Но за неимением, конечно, мы можем взять и холодную. Вот таким вот образом снимаем с подложки пинцетиком, аккуратно переносим с вами на мандариновую кому. Если у вас вдруг nail crust закрывает часть, допустим, шармикона, ничего страшного вообще не произойдет. Наоборот, будет даже интересно смотреться. Поправляем, растягиваем. Прям старайтесь его натянуть, чтобы он у вас не скомканный был и потом не вздулся. Прям стараемся натянуть сам nail crust. Обязательно после этого зафиксировать в лампе. Хотя бы несколько секунд. Для чего? Дисперсия слайдер топа у вас жирная. Слайдер топ имеет достаточно жирную дисперсию. И когда вы на эту дисперсию приклеили nail crust и подсушили, у вас получается сам слайдер, он схватился вместе с дисперсией. И дальше, что бы вы потом ни делали, он уже никуда не денется. То есть сейчас, что бы я с ним уже ни делала, смотрите, он у меня двигаться не будет. Он зафиксирован. После этого беру ультрабонд. Если у вас слайдер выходит за рамки ноготочка, чтобы его хорошо посадить, нужно немножко зашлифовать этот участок. Вот я вижу, что у меня здесь он будет чуть-чуть торчать. Я могу пилку чуть-чуть положить, наклонить и убрать остатки и отсюда, и в то же время чуть-чуть смягчить сверху, чтобы он не торчал потом в дальнейшем. Все.
После этого берем ультрабонд и обязательно проходим по декорации, растворяем пленку. Так как у меня объемный элемент, я должна прям хорошо растворить даже внутри. Не полусухой кистью прохожу, а именно, ну, понятно, чтобы не текло, не капало с кисточки, но тем не менее кисть должна быть хорошо такая прям пропитана ультрабондом, чтобы он проник во все вот эти рельефные элементы. 30 секунд, 1 минуту мы сушим декорацию на воздухе, ультрабонд на воздухе, и далее перекрываем уже любым топом, матовым, глянцевым, неважно. Смотрите, если вы вдруг переживаете, что у вас активный клиент и будет плохо носиться данная декорация, что вы можете сделать? Тем же слайдер топом или топом Теклас вы можете пройти только декорацию. Прям хорошо прохожу, но при этом не наливаю. Запечатала ее. Беру кисть, любую кисть. Я возьму вот такую вот для геля лепесток и убираю, прям тщательно убираю все излишки. Здесь убираю прям очень хорошо. То есть мне нужен запечатанный слайдер по бокам, зафиксированы. Внутри мне сейчас топ не нужен. Если я его оставлю, у меня объем уйдет. Прям хорошо подчистила и фиксирую в лампе. 30 секунд вполне достаточно. И дальше покрываю любым топом, который вы используете в работе, матовый, глянцевый. Здесь уже не важно. Стоять будет 100% идеально. Я возьму, конечно, матовый, потому что очень его люблю. И фокус. И прохожу матовым топом. Прохожу матовым топом, запечатываю торцы. И немного также убираю излишки с Nail Krusta. Здесь уже не так тщательно, не снимаем все полностью, но тем не менее немного я должна излишков убрать, потому что я хочу, чтобы мой слайдер остался объемненьким после. И это мы просушиваем в лампе уже полноценно, окончательно 2 минуты. Минимум 2 минуты. Запомните, если у вас лампа недостаточно мощная, то вы топ можете просушивать и 3 минуты. То есть чем дольше вы сушите, тем топ будет лучше носиться. Так, не обращайте внимания. Не обращайте внимания на таких комментарии. Все отлично. Кому-то просто скучно. Смотрите, какой у нас вариант с вами получился. Достаточно новогодний. Уже хочется новогодние ногти пилить. Да, но мы можем начать с того, чтобы их делать, пока на типсах, чтобы у нас с вами был запас новогодних дизайнов для наших клиентов. Что мы можем с вами сделать еще? Ну вот хочется, допустим, добавить что-то прям зимненькое. Можем, почему нет? Можем добавить и зимнее. Смотрите, возьму эмпасту беленькую, возьму палитру, выложу небольшое количество эмпасты на палитру. Обожаю вот такие завершающие какие-то штрихи.
получается, знаете, такой законченный уже вариант. Так, промою сейчас кисть. Использовала щеточку свою для яркого цвета, поэтому ее немножко промываю. Беру щеточку. У меня вот такая приспособленная щеточка. Ну, берете какую-то ненужную и работаете ей. И что делаем? Вот таким вот образом попачкали щеточку и ставим снег. Смотрите, буквально пару штрихов, и у нас с вами четко завершенный дизайн. Все, вот прям зима зимняя, снег снежный, идеальный завершенный вариант дизайна. Вот такие штрихи, как правило, они вроде бы незначительные, но они безумно дополняют идеально любой дизайн. И смотрите, смотрите, что в результате получается. Промыли, так, в принципе, кисть промываю всегда только в базе, в жидкой, либо в топе, и влажная салфетка. Если вы вот за эту кисть, за щеточку, я ее сейчас промыла в обезжириватели, просто в обезжириватели, потом влажной салфеткой вот так удаляете излишки. Просто волшебница. Благодарю вас. Спасибо, девочки. Куча комплиментов. Я безумно вам благодарна. Потому что когда вы пишете очень теплые, приятные слова, на самом деле появляется куча, куча желания творить, творить и еще раз творить. Поехали дальше. Следующий вариант. Смотрите, девочки, мне еще тут принесли варианты обновленных снежинок. Это у нас прошлогодние снежинки, они будут в этом году перевыпущены вот в таком формате. Класс, вот один из самых ходовых дизайнов. Они выйдут где-то во второй половине ноября. Они будут выпущены, перевыпущены в таком формате, но это самый-самый, конечно, востребованный вариант дизайна к Новому году. Это шармиконы 150 и 151. Стоимость шармиконов, по-моему, если не ошибаюсь, 160 рублей. Вот такой формат. Получается, что их очень много. Смотрите, их достаточно много на одном листе. И второй у нас будет лист, объединены серебро и золото. Это очень классно, потому что когда отдельно серебро, отдельно золото, придется покупать два варианта. А так у вас получается сразу и то в одном флаконе. И мне нравится, вот сейчас увидела, прям, смотрите, обожаю вот эти маленькие снежинки. Они безумно красиво дополняют, завершают прям любой образ. Так что ждите, вот еще через недельки 2-3 выйдут еще обновленные вот такие снежинки. Так что, в общем, на Новый год у нас мега-мега крутая коллекция. Очень много будет новогодних декораций. Так, я поняла, что тут еще кого-то нужно убрать из эфира. Все, девчонки, больше нам не пишут гадости. Продолжаем работать. Так, на Wildberries есть мы, но там, конечно, представлены не все позиции. На Wildberries, на Озоне, на маркетплейсах там ограниченное количество продукта, потому что невозможно всю продукцию туда отправить, поэтому... Поэтому там только частично представлен
наш товар. Вы можете заказывать на нашем сайте amyshop.ru, и вам все с доставкой привезут. Так, поехали дальше. Что пробуем еще? Что у меня здесь с гипсом? Что еще попробуем? Давайте что-нибудь еще сотворим интересное. Так. Давайте со звездами поработаем. Мне очень нравятся звезды. Давайте с ними что-нибудь сделаем. Смотрите, возьму 328 оттенок, прям Новый год новогодний. И сделаем что-нибудь с ними. Очень красивый оттенок красного. Внутри прям блестки-блестки. А, сразу говорю, от оттенка казино, который у нас не так давно вышел, этот красный отличается. Он немного другой. Поэтому, кто спрашивал про казино, нет, они разные. Так, кисть. Мне нужна сейчас тонкая кисть. И вот таким образом подчеркиваю немножко линию. Сильно выводить не будем, потому что у нас с вами здесь будет еще потом отбивочка новогодняя. Будет цепочка красивая, поэтому мы пока обойдемся таким образом. Смотрите, возьму вот этот шармикон, возьму вот этот шармикон, поработаю с ним. И по ходу уже пьесы, может быть, придумаем что-нибудь еще. Покрываем обязательно все топом Теклас, так как у меня блестки. Я уже говорила, что блестки лучше не обезжиривать. Почему? Потому что цвет конечный может отличаться от того, что было в начале. В дисперсии может содержаться часть пигмента. И когда вы обезжирите, у вас оголятся блестки и совершенно может быть другой оттенок. Поэтому блестки лучше все-таки покрыть изначально топом Теклас. Топ Теклас — это топ без липкого слоя, без остаточной липкости. На него идеально клеятся шармиконы. Сушим его минимум 1 минуту. Очень частая ошибка, когда мне пишут в директ: вот не клеятся у меня наклейки ваши, шармиконы. Девочки, не может такого быть. Время просушки, сразу говорю, сразу задаю вопрос, на что клеите, и время просушки. У меня все хорошо, так, у кого-то плохо видно, перезайдите, девочки, если плохо видно, попробуйте перезайти, возможно, вопрос с вашим интернетом. Так, поехали, берем снова вот эти цепочки новогодние и начинаем примерять. Что мы сюда можем добавить? Можем вот такой вариант добавить. Смотрите, ну блин, мне не очень нравится. Можем черный добавить, но все-таки хочется мне немножечко добавить яркости, поэтому давайте возьмем все-таки вот такой вариант. Смотрите, как можно сделать. Можно приклеить. То есть там мы отрезали с вами, а здесь я взяла всю цепочку, приклеила, поправила. И тот элемент, который мне уже не нужен, который лишний, я спокойно снизу обрезала и приклеила обратно. Таким образом у нас нет перерасхода, и я четко
отрезала тот участок, ту длину, которая мне нужна. Все, остатки убираю и тщательно прижимаю. Поехали дальше. Здесь мы можем с вами добавить что-то из вот этих декораций. Вот у нас Merry Christmas. И что мы с вами можем сделать еще? У нас есть замечательные краски. Называются они Magic Spells. И есть еще одни конфетти. И мы можем ими также разбавлять наши дизайны. Вот возьму, допустим, вот такой золотой флагрейт. Любую кисть. Лучше, конечно, брать кисть для градиента. Почему? Потому что этой кистью очень удобно распределять блестки. Вот такая кисть для градиента. Ей очень удобно распределять сами блестки. Беру небольшое количество на кисть. Здесь мне нужны прям вот несколько штучек. Поэтому я не буду набирать огромное количество, и вот таким образом прям поштучно, видите, распределяю их по своему дизайну. Смотрите, это несколько, прям несколько вот таких пайеточек, но у вас получится достаточно интересный вариант. Подсушиваю. Сверху я могу перекрыть матовым топом. И покажу еще один такой лайфхак. Красный цвет — это у нас из коллекции Riches 328 Fire Opal. Вот такой красивый, очень красный. Я показывала выкраску в прошлом эфире. Бесподобный красный. Так, где они у меня? Выкраска. Смотрите, вот он. Вот он красный, в глянце и в матовом. На самом деле обожаю блестки в матовом, девочки. Смотрите, как они все круто смотрятся в матовом. Несмотря на то, что они вроде бы блестки, подразумевают блестеть, но они и в матовом безумно красиво горят. Под матовым топом они такие, знаете, как что-то такое становится волшебное, неземное. Мне очень нравится. Так, и дальше я перекрываю топом. Но опять, на клиенте можно покрыть это частично, ну то есть шармиконы сами топом текла сначала, и потом уже матовым. Так как у меня все-таки носить клиент этот дизайн не будет, хотя очень классно было бы, да, сделать дизайн и потом клеить их просто клиентам. Я перекрываю матовым топом. Просушиваю. И что я дальше сделаю? Я могу взять джемти, а могу взять просто обычный топ теклас или ультрашайн. И тонкой кистью, кисть у меня линейная 5/0, обожаю эту кисть для тонких прорисовок. И тонкой кистью что я делаю? Смотрите, оно и так красиво, очень красиво получается. Но я могу отдельно некоторые вот эти блестяшки, пайеточки топом подвыделить. Не обязательно все, можно частично вот так прорисовать, и они получаются, смотрите, уже по-другому совсем дизайн играет. Можно взять и здесь прорисовать, допустим, еще звезду. Чисто вот маленькую звездочку и маленькую снежинку. Тоже будет очень интересно.
Можно частично просто какие-то точечки прорисовать, вот эти вот золотые. Ну, то есть здесь уже включаем фантазию и начинаем придумывать, что хотим. Смотрите, то есть весь дизайн получился матовый, и только какие-то отдельные элементы у нас начали гореть. Вот такой вариант дизайна. Лак какой лак? Гель-лак, вы имеете в виду цветник? Нет, цветник вы не разбавите, если он у вас сильно загустел, значит, скорее всего, он либо был открытый, либо был где-то, где очень ярко пробивали ультрафиолетовые лучи, скорее всего, он сполимеризовался. Если это лак, именно обычный лак для ногтей, лаковое покрытие, то у лаков есть разбавитель, он прямо называется. Вчера у меня в эфире мы работали с лаками, я там показывала как раз разбавитель для лака. Вот им можно обычный лак разбавить, гель-лак, к сожалению, вы уже никак не разбавите. Вот такой вариант дизайна новогодний у нас получился. Смотрите. Ну все, Новый год, поехали. И начинаем творить уже на типсах варианты для клиентов. Так, дальше. Давайте еще что-нибудь сделаем. Так, беру. Гипсы. Так, что у нас по времени? Есть еще время? Успеваем сделать еще вариант? Сколько времени нужно полимеризовать текласс в лампе перед нанесением шармиконов? Девочки, минимум 1 минуту. Можно просушить прям 2, если лампа не очень у вас мощная, но минимум 1 минуту. Потому что если вы не досушите текласс, у него есть такая, знаете, как вроде бы не дисперсия, но небольшая какая-то вот остаточная липкость у недосушенного текласса, и шармиконы будут плохо клеиться на него. В идеале 2 минуты, но хотя бы одну минуту. Так, дальше, что мы возьмем дальше? Давайте поработаем или с черным, или с зеленым цветом. Давайте возьмем зелененький. Так уж и быть, будем творить яркость. И что-нибудь придумаем с ним. Сделаю вот такой формат. Очень люблю делать такое покрытие. У нас, кто помнит, есть лунки. Золото, серебро, черный. Но вот если по какой-то причине нет лунок под рукой, можно сделать это прям кистью. Вы видите, я делаю это прям кистью из флакона. Можно поправить тонкой кистью, можно сделать таким образом, чтобы вам даже тонкая кисть не понадобилась. То есть вы подталкиваете именно лак, сам гель-лак, сам цвет. Вы прям видите, подталкиваете, не кисть толкаете, а подталкиваете как под кутикулу сам гель-лак. Сушим. 6 миллилитров в наборе. Они выглядят таким же образом. Так, давайте чуть-чуть отодвину. У них, смотрите, пометочка, что это 6 миллилитров. Таким же образом я их презентовала как раз в прошлый раз в эфире. Они такие же, только меньше. Уже этот набор у нас также маленькие флаконы в новых, маленький объем в новых флаконах. Видите? То есть такой же точно флакон, только малыши. Такие бесподобные, красивые малышки. Кисть. Кисть тоже уже новая, овальная.
То есть по факту этот набор отличается просто объемом. Видите? 9 и 6. Этот набор у нас уже в новых флаконах. Проскакивают иногда еще старые флаконы, потому что, ну, физически невозможно сразу перевыпустить все в новых флаконах, потому что старые флаконы в любом случае нужно доиспользовать. Поэтому у нас магазин есть в Ростове по адресу Халтуринский переулок, 160. Также у нас есть онлайн-магазин amyshop.ru. После эфира я обязательно сниму сторис и прикреплю ссылочку на магазин. И также у нас есть представители во многих городах, есть дистрибьюторы, представители школы и так далее, у которых тоже можно приобрести нашу продукцию. То есть вам нужно узнавать конкретно ваш город, где вы находитесь. Можете написать в директ, и вам помогут определиться, где у вас есть представители. Поехали! То же самое здесь я покрываю топом Т-класс для того, чтобы приклеить какие-нибудь шармиконы. Подсушиваем и выбираю пока, что хочу использовать, что мы еще с вами не брали. Что мы сегодня с вами еще не использовали в работе. Я предлагаю вам поработать сейчас еще и вот этим вариантом, то есть совместить шармиконы вместе с Nail Crust. Город Ставрополь. Напишите в директ после эфира, и вам подскажут, дадут ссылочку на представителя в вашем городе. Либо в ближайшем регионе, где он есть. Так, давайте, что мы сюда сделаем. Предлагаю сюда приклеить вот такую звезду. Вот такую звезду приклеили. Дальше излишки обязательно убираем. Зеленый цвет не очень хорошо видно на камере, так и хочется его высветлить. Переодела перчатки, потому что она очень раздражает, когда показывается ноготь, когда перчатка рвется. Вот, все. Теперь отлично все. Дальше. Сюда же берем и примеряем что-нибудь, если нам подойдет. Если нам подойдет. Вот у меня вот так будет. И здесь у меня, я так как хочу приклеить Nail Crust, я должна перекрыть этот момент слайдер топом.
Слайдер-топом покрываю сами шармиконы и верхний угол, где у меня будет нейл-круст находиться. Подсушиваю. Благодарю вас. Очень приятно. И выбираю тот элемент, который мне хочется использовать. Ну, мы можем вот такие красивые колокольчики использовать. Можем вот такие вот часики использовать. Вот такой вариант красиво смотрится. Подарки прикольные. Все, мне все нравится. Давайте то, что сбоку. То, что сбоку, то и будем брать. Пятнадцать-тридцать секунд у нас подсыхает в лампе слайдер-топ для того, чтобы мы могли потом с вами немного подвигать наш элемент, если вдруг он у нас сядет не так, как нам нужно. Смотрите, и вот сюда помещаем наш элемент. Поместили. Обязательно фиксируем в лампе. Да, часики вообще просто нереально красивые. Смотрите, они такие прям мимишные. Так, фокус, 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 фокус. Не хочет. Вот. Смотрите, какие они прям миленькие. Супер. Подарочки. Тоже вот эти письма, подарочки мне очень нравятся. Прям такое все нежное, прям такое все новогоднее. Вот не знаю, я не могу понять, какой мне больше вариант нравится. Этот такой прям яркий-яркий, вроде бы, да, новогодняя тематика, красный, зеленый цвет. Но этот тоже настолько милый, настолько нежный. Ну, блин, они нереально крутые, каждый по-своему. Обязательно убираем остатки и проходим ультрабондом. Сейчас зеленый цвет, он достаточно яркий, и он перебивает некоторые декорации, но как только мы его перекроем матовым топом, сам зеленый он приглушается и получается все четко и прям читаемо. Побольше дизайнов с такими 5D декорациями. Ну, значит, у меня будет повод еще на моем аккаунте устроить вам эфир с такими 5D декорациями. Я обязательно придумаю что-нибудь еще. Можно сделать мастер-класс какой-нибудь, выложить. Я подумаю, я поняла ваш вопрос, ваш запрос. Я подумаю обязательно. Может быть, какой-то еще мастер-класс сделаю, выложу обязательно. Это объем, да, они, смотрите, в чем объемчик, вы видите, они прям объемненькие. И когда мы с вами их перекрываем таким способом, как я показывала в эфире, вы видите, объем сохраняется. Они остаются такими прям вот выпуклыми. Видно? И клиент их, когда трогает, он прям ощущает их на ноготочке. У меня одна клиентка называет такие дизайны антистресс. Она очень их любит, и вот, знаете, трогать их очень приятно. 5D обязательно покрывать топом. Конечно, это тот же самый слайдер, только он объемный. Если вы его не покроете, он просто у вас слезет, и все. И дальше, смотрите, фиксирую сначала слайдер топом. Если вы знаете, что клиент хорошо носит любой топ, вы можете сразу нанести матовый. Не обязательно фиксировать слайдер топом. Это для тех клиентов, кто плохо носит у нас дизайны, плохо носит покрытие. Так, что-то я здесь макнула кисточкой. У меня кисть покрасилась.
Убираем прям излишки. Убираем прям все излишки. На этом этапе убираю прям все излишки с моей декорации. Остается у меня зафиксирован, ну все равно часть, конечно, остается. Мне главное зафиксировать сам слайдер вокруг. Подсушиваю немного и наношу уже матовый топ. Главное, чтобы не ковыряли. Да, такой тоже момент может быть. Девочки, всегда пожалуйста, рада, что вам эфиры нравятся. Обязательно еще буду делать эфиры по декорациям. В этом году марафон проводить не буду новогодний, поэтому будем делать упор на идеи дизайнов и мастер-классы. В этом году почему-то вот я не настроена на новогодний марафон. Не знаю. Почему? Наверное, нет времени просто сесть и сделать. И понимаю, что как в прошлом году получится, что пока его сделаю, будет уже поздно. И смысла, в принципе, не будет его проводить. Поэтому будем с вами делать мастер-классы. А марафон мы лучше проведем позже, в феврале или в январе месяце. И уже, наверное, по моделированию. Так, поехали. Поехали. Покрыла матовым топом, излишки убрала и подсушиваю. 5D носится отлично. Экспериментировала не один раз. Девочки, не переживайте ни насчет 5D стекло, ни насчет просто 5D фокус. Ну, где наш фокус? Вот он фокус. Не насчет 5D стекло не переживайте, не насчет просто 5D декорации. Если вы их правильно зафиксировали, они носиться будут отлично в течение всей коррекции, в течение всей, вернее, носкости, в течение всего срока носки от коррекции до коррекции. Не один раз ими работала и с такими все носится отлично. Главное правильно их зафиксировать. Смотрите, вот он наш вариант. И вы видите, когда я перекрыла матовым топом, у меня блестки ушли на задний план. И вышли вперед как раз все мои декорации. Вот такой вариант у нас с вами получился новогоднего дизайна. И блестки видно, и декорации видно, и объемный 5D видно. Вот такой вариант красивый, новогодний, прям новогодний. Ну что, подводим итог. Время нашего эфира потихонечку подходит к концу. Подводим итог того, что мы сегодня с вами делали. Смотрите, ну, я не знаю, у меня уже все, у меня настроение новогоднее, мне уже весело, мне уже классно. Нужно что-нибудь сегодня начудить на новогоднюю тему. Моей модели, видимо, повезет. Модель уже в предвкушении. Все, девочки, я буду с вами прощаться. 5D. Я показывала в прошлом эфире, вот они 5D стекло. Посмотрите прошлый наш эфир с коллекцией Riches, там в конце я показывала дизайн с 5D стеклом. Если нужно, покажу еще раз, сделаю какой-нибудь мастер-класс с ними. Эфир постараемся сохранить, постараемся его выложить, потому что тема актуальная. Все, всем хорошего дня, я со всеми прощаюсь, всем пока.